день. Меня зовут Лысенок Евгений. Я директор сети туристических агентств Викинг Туристик. Я приглашаю вас на инспекцию отеля MC. Подписывайтесь на мой канал. Свежий ресепшн. Данный отель стоит $806 с вылетом из Киева на 7 ночей на 1 июня. В прошлом году мы инспектировали данный отель, правда, он не работал и была закрыта вся территория. Пришлось ходить, когда отель еще был не открыт. Поэтому сейчас мы посмотрим его новыми глазами, свежим взглядом. Смотрите, какая классная кресло-качалка большая есть. Стеклянный потолок, пол. Номер 2117, стандарт. Значит, что у нас тут есть? Две кровати, одна побольше, одна поменьше. Ковровое покрытие, кондиционер. Плазменный телевизор небольшой. Мини-бар есть. Балкон посмотрим. Балкон небольшой, с выходом на пляж и на соседние отели. Ванная комната, есть фен, два зеркала. Здесь у нас душевая кабина. Есть сейф, сейф бесплатно. Номер 2104, угловой. 2206, это тип номера старый еще. Нет, новый. А, извините, это новый, мне подсказывают. Он больше, здесь три кровати, одна большая, две поменьше. Ковровое покрытие, санузел, все такое же, как и в предыдущем номере. Здесь у нас тоже душ. Вот такой фен. Есть сейф, сейф бесплатный, сюда еще можно поставить детскую кровать, и здесь максимум тогда 5 человек размещение получается. Хороший номер, большой, плазменный телевизор, балкон здесь небольшой. Вот, смотрим, вот совсем маленький такой. Здесь же от кондиционера стоит. И вид у нас на горы, на сад. Это старый номер. Старый корпус, здесь не было реновации, номер 3309. Видите, он такой уже более уставший. Ковролин красный, в красных цветах. Здесь есть ванна. Плитка зеленая. Конечно, гораздо хуже, в разы. Тоскливая такая атмосфера в этом номере. Гораздо больше мне нравятся соседние номера, которые после реновации. Балкон маленький. Здесь же кондиционер. Вид на соседний отель и на парк. Территория зеленая, много зелени. Детский бассейн, детская площадка. Добрались до пляжа. У них есть понтон небольшой свой. Песчаный пляж здесь. Карточка отеля, вы можете связываться. Начитка по MC Beach Park.
он работает по концепции Ultra Inclusive. У них есть два блока. Старый, в него лучше никого не селить, потому что номера там вообще никакие. И новый. Он был реновирован в 2012 году. Территория большая, зеленая. Сейф у них бесплатно. Мини-бар софт. При заселении потом только вода. Wi-Fi $6 в день стоит. В лобби Wi-Fi бесплатно. Фэмили у них большие номера. 2 плюс 2, плюс можно еще детскую кроватку инфанта поставить. Стандартные номера у них 2 человека. Есть 4 горки. Крытый бассейн, открытый бассейн. Дискотека есть. После двух напитки платно на ней. Два ля-карт ресторана. Один раз за время пребывания можно посетить любой бесплатно. У них рыбный и турецкий. До, с 24 до 10 утра ресторан открыт, можно пойти покушать. $5 стоит депозит за полотенце. Старые корпуса не предлагать. Спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Лосинок Евгений.